О том, что сильный снегопад не одни сутки будет засыпать все улицы города, службы благоустройства знали заранее. Поэтому уборка снега не прекращалась и при подготовке к осадкам, и при увеличении интенсивности. Для того, чтобы предотвратить утренние пробки, на дороге вышли грузовики, тракторы, грейдеры и автопоезда. После проезда этой техники у снега не осталось ни одного шанса. Убирали не только механизированным способом, но и вручную. 89 рабочих вышло на улицу в ночную смену, чтобы и пешеходам было комфортно и безопасно передвигаться по тротуарам. Нам заблаговременно, когда прогноз поступил, что снег будет идти до 16 числа, будем стараться, чтобы максимально снизить для жителей города эти некомфортные метеорологические условия, чтобы все-таки было комфортно передвигаться, комфортно ездить по дорогам. Особое внимание во время ночной уборки снега уделили главным магистралям города, гостевым маршрутам, прогулочным зонам. Жители результат оперативной уборки без перерывов между сменами уже успели оценить. Очень хорошо, что все чистят, все дороги вечером. То есть завтра с утра будет все почищено, движение будет не затруднено и вовремя пойдем завтра на работу. Для более оперативной расчистки дорожные службы просят автомобилистов не оставлять надолго личный транспорт на обочинах проезжей части и по возможности перемещать свои машины на уже расчищенные участки, освобождая места для дальнейших работ. Также необходимо обеспечить проезд спецмашин контейнерным площадкам. Ольга Хамракулова, Никита Колосов, Николай Сидоров. События.